Психологи, педиатры и психотерапевты бесплатной горячей линии фонда «Женщины за жизнь» помогут подготовиться к рождению малыша и ответят на волнующие вопросы. Обратиться туда могут и те, кто уже воспитывает детей. По национальному проекту «Демография» в фонде действует программа «Здравствуй, мама». По ней врачей учат этике общения с беременными. Телефон горячей линии публикует телеграм-канал железнодорожного района. В самарском транспорте работает новая система оплаты проезда, напоминает телеграм-канал Советского района. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. В общей сложности планируется оборудовать более 1000 транспортных средств по всему самарскому региону. 23 и 24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов «Друг человека». В программе соревнования и конкурсы, маркет, фотовыставка и другие интерактивные мероприятия. Организаторы покажут 120 кошек и 70 собак из крупнейших приютов Самары. Понравившееся животное можно забрать домой бесплатно. Вход на выставку свободный, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской».